Часть пациентов, проходящих лечение от вируса COVID-19 в Магаданской области амбулаторно, получат необходимые лекарства бесплатно. На эти цели региону выделили около 5,3 миллионов рублей из федерального бюджета. Первая партия лекарств уже поступила в область. Это коронавир, орбидол, интерфероны. Оставшаяся часть препаратов прибудет в Магадан до конца ноября. Перечень лекарств, назначаемых бесплатно для лечения пациентов с COVID-19, установлены временными клиническими рекомендациями Минздрава Российской Федерации. По информации главного внештатного инфекциониста Магаданской области Елены Кузьменко, критерии назначения и категории граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, определены приказом Министерства здравоохранения и демографической политики региона. На безвозмездной основе препараты будут получать пациенты, имеющие документ о положительном результате теста на COVID-19 методом ПЦР и проходящие лечение амбулаторно, то есть дома. Бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса будут инвалидам всех групп, детям-инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и малообеспеченным калмычанам. По клиническим признакам бесплатная терапия назначается пациентам с пневмонией легкой и средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности, которые получают лечение на дому. А возмещение денежных средств за уже приобретенные лекарственные препараты для лечения COVID-19 речь не идет. Такого распоряжения нет, разъяснила Елена Кузьменко. Доставлять препараты заболевшим будут либо медицинские работники при осмотре пациента, либо волонтеры с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности.